А сейчас мы устроим с вами небольшое надувательство. Для этого нам понадобится умный пластилин и трубочка для коктейля. Мы будем надувать пластилин трубочкой. Сделаем из пластилина лепешку. Постараемся, чтобы края были тоньше, чем серединка. Аккуратно приклеим это все дело на стол. Теперь приподнимаем один край, заправляем туда трубочку. И, собственно, приступаем к надувательству. Когда будете надувать, следите за тем, чтобы через дырку, в которую вы вставили трубочку, не выходил воздух. Можно переходить к самому интересному.